Тяжелая атлетика – один из популярнейших видов спорта. Ее история в нашей стране насчитывает более 100 лет. Первый чемпионат в СССР по тяжелой атлетике проводился в 1923 году. В Советском Союзе этим видом спорта занимаются сотни тысяч людей. Сейчас советские тяжелоатлеты занимают ведущее место в мире. В последнее время они нередко выходили победителями в Олимпийских играх, на чемпионатах мира и Европы. На Олимпийских играх в Сеуле советские тяжелоатлеты завоевали 6 золотых и 2 серебряных медали, выиграли командное первенство. Занятие тяжелой атлетикой требует от спортсмена развития различных физических качеств, главными из которых являются скоростно-силовые, например, взрывная сила мышц. Однако часто бывает так, что спортсмен, даже имея высокий уровень развития физических качеств, не может их реализовать в соревновательных упражнениях. Одна из основных причин – несовершенство техники. Стабильность техники выполнения соревновательных упражнений является залогом успешных выступлений. Наш фильм посвящен анализу техники соревновательных упражнений, методике ее совершенствования. Представлена современная методика обучения. К основам техники упражнений следует отнести наличие жесткости связи между опорой, снарядом и крупными мышцами, осуществляющими подъем штанги, а также принятие рациональных граничных поз между фазами и периодами, ударное взаимодействие с опорой и двухимпульсное развитие усилий на опору. Для удобства анализа упражнений они разделены на 3 периода и 6 фаз. Это деление научно обосновано, и использование такого деления позволяет более успешно проводить процесс обучения и совершенствования техники упражнений. Вообще подъем штанги – это носит характер движений, которые свойственны прыжку. Подъем штанги от груди, так как и рывок и подъем на грудь, так, делится на 3 периода и 6 фаз. Требования к выполнению толчка штанги от груди такие же, как и к рывку и подъему штанги на грудь. Движение разделено на 3 периода. Это тягу, подрыв и подсед. Каждый период содержит 2 фазы. Фаза предварительного взаимодействия до отрыва штанги от опоры, предварительного разгона. Во втором периоде в подрыве 2 фазы. Амортизационная фаза, фаза финального разгона. И в третьем периоде также 2 фазы. Рассчитаны также граничные позы между фазами и периодами. Принятие спортсменом этих поз в соответствии с модельными характеристиками характеризует рациональную технику. Здесь показаны позы при выполнении рывка и подъема штанги на грудь. Разница в положении звеньев тела зависит от ширины хвата. В рывке это хват широкий, в толчке узкий, поэтому и позы в толчке более раскрытые. Углы в коленных суставах на 10-15 больше, чем в рывке. Граничная поза между первой и второй фазой – это поза момента отделения штанги от опоры. В этот момент спортсмен должен иметь натянутые руки и туловище. Следующей позой – это поза между тягой и подрывом. Следующая поза – это между третьей и четвертой фазой. Эта поза характеризует завершение подрыва. Это поза на границе опорного и безопорного подседа. И поза опорного подседа, когда спортсмен
фиксирует штангу на выпрямленных руках. Такое деление упражнения на периоды и фазы и эти граничные позы были определены в результате научных исследований. Они определялись по характеру изменения направления движения в суставах, специфики развития усилий на опору и характера включения мышц в работу. Так, тяга была определена по моменту начала повторного возрастания усилий на опору и сгибания ног в коленных суставах. Подрыв завершается полностью выпрямлением в коленных и тазобедренных суставах и завершением работы двуглавой мышцы бедра. Это деление биомеханически целесообразное, и оно позволяет более успешно проводить процесс обучения и совершенствования. Подъем штанги на грудь в целом-то выполняется так же, как и рывок. Требования к технике его исполнения одинаковые. Для того, чтобы спортсмен правильно начал подъем штанги, очень важно, чтобы стопа располагалась под грифом и проекция грифа проходила на плюсно-фаланговые суставы. Расстояние между стопами на помосте должно соответствовать ширине таза или несколько больше. Угол разворота стоп ориентировочно 40 градусов. Расположение стоп на помосте относительно грифа во многом определяет характер перемещения штанги в пространстве, особенно в передне-заднем направлении. Вот выполнение подъема штанги Ригердом характеризует правильность перемещения снаряда, минимальное отклонение в сторону атлета и минимальное отклонение в сторону от атлета. То есть штанга поднимается по оптимальной кривой. Нет больших колебаний снарядов в сагитальной плоскости. Вот этот спортсмен также поднимает снаряд верно, без значительных колебаний его сагитальной плоскости. Толчок штанги состоит из двух движений. Это подъем на грудь и толчок от груди. Толчок штанги от груди, так как и рывок, делится, как мы говорили, на три периода и шесть фаз. Это первый период, предварительный полуподсед из двух фаз состоит, собственно, толчок и подсед под снаряд. Деление на периоды и фазы также обосновывается на основании биомеханических исследований. Как видите, изменение направления движения в коленных суставах, это первая кривая, является границей между третьей и четвертой фазой. Поэтому и движение разделено в соответствии с характером изменения направления движения сустава и развиваемых усилий. Переключение от сгибания на разгибание – самая ответственная поза. Поза на границе безопорного и опорного подседа. Поза фиксации снаряда в ножницах. Требования, которые предъявляются к технике исполнения толчка с груди, также такие же, как и при технике исполнения рывка и подъема штанги на грудь. Очень важно при выполнении толчка довести до минимума перемещение штанги в передне-заднем направлении. Снаряд должен опускаться строго по вертикали. В случае перемещения, значительного перемещения штанги вперед, спортсмен, как правило, снаряд не выталкивает. Приводится характерный пример неправильного исполнения толчка штанги от груди. Спортсмен сместился вперед, поэтому попытка неудачная. Очень важно при выполнении толчка штанги от груди использовать упругие свойства грифа. Гриф в первой и второй фазе претерпевает следующие изменения. Сначала он прогнут, потом прямой, потом вновь прогнут, и далее наибольшего изгиба достигает момент переключения от третьей на четвертой фазы. В случае, если спортсмен не умеет использовать упругие свойства грифа, гриф работает не на результат, а против результата. Траектория перемещения штанги в толчке от груди у Давида Ригерта характеризуется минимальным отклонением штанги от вертикальной линии. Гораздо лучше это движение выполняет Куренцов. У него нулевое отклонение перемещения штанги от вертикальной линии.
важной частью толчка штанги от груди является подсед. В подседе туловище должно быть прямое, усилия на опору должны распределяться равномерно на обе ноги. Данный атлет поднимает снаряд на грудь относительно верно, однако выталкивая с груди, все усилие распределяется на впереди стоящей ноге. У этого спортсмена неправильная постановка на опору сзади стоящей ноги. Приводится траектория перемещения штанги при подъеме на грудь и толчке штанги от груди. Правильное исполнение подъема штанги на грудь во многом определяет и правильность выталкивания штанги от груди. У Ригерда она идеальная. Соблюдение основ техники позволяет успешно поднимать спортсменов штангу. Добивается это за счет использования в тренировочном процессе различных средств, направленных на совершенствование техники. Перед тем, как приступить к изложению материала по совершенствованию техники выполнения рывка, необходимо еще раз остановиться на особенностях его исполнения. Рывок требует проявления взрывных усилий на опору, и осуществлять это нужно при жесткости связи между опорой, снарядом и крупными мышцами. Спортсмен выполняет подрыв, мощно отталкиваясь от опоры двумя ногами. Правильно выполняет подсед, прогнув поясницу. Вот мы наблюдаем наличие жесткости связи при съеме штанги с опоры. Правильное положение в начале подрыва. Имеется некоторое нарушение техники, так как спортсмен убрал плечи назад. Подсед же исполняет верно. Обратите внимание, что начало подрыва осуществляется с опоры на полную стопу. Однако штанга перемещается несколько по дуге. Очень важна постановка ног на старте и принятие правильной стартовой позы. Здесь вот характерно показано, как у спортсмена прогнутая спина и правильное положение головы. Правильный съем штанги с опоры. Поясница прогнутая. В рывке, как и в других упражнениях, очень важна правильная постановка ног под линией грифа. Надо, чтобы проекция грифа шла через плюсно-фаланговые суставы стопы. Съем штанги с опоры должен осуществляться мощным активным движением. Очень важно, чтобы спортсмен точно знал свое стартовое положение. Как должны располагаться руки на грифе, каким должно быть туловище. Необходимо, чтобы туловище было прогнуто в поясничном разделе. Штангу снимать при натянутых руках и прогнутом туловище. Положение головы на старте во многом определяет правильность исполнения движения. Голова должна быть приподнята. Это делает возможным иметь тонус в мышцах спины. При совершенствовании техники рывка используются различные упражнения. Рывки с виса выше колени, ниже колени, рывки в полуподсед и в полный сет. Можно это исполнять отдельно, а можно в одном упражнении, при разных повторениях. Вот здесь рывок полуподсед, рывок полуподсед выше коленей, рывок полуподсед ниже коленей и рывок с помоста в низкий сет полностью. При совершенствовании техники рывка спортсмены для укрепления жесткости связи со снарядом используют лямки. Это позволяет спортсмену активнее включать работу мышц ног и туловища. В данном случае спортсмен выполняет рывок различных исходных положений. В этом исполнении очень важно последовательность включения мышц в работу. Сначала работают ноги, потом опять ноги и далее спина. Очень важно правильно исполнять подсед.
Одной из устраненных ошибок в технике выполнения рывка является преждевременный отвод плеч назад. Вот в этой попытке спортсмен как раз и демонстрирует эту ошибку. Поэтому тренер вносит коррекцию движения. Второе выполнение более правильное. Одним из наиболее распространенных упражнений для совершенствования техники рывка и развития специальных физических качеств является тяга рывковая. Ее нужно исполнять в той же координации, как рывок классический. Вот в данном случае спортсмен правильно исполняет тягу, отталкиваясь мощно ногами от опоры и заканчивая движение трапециевидными мышцами. Для совершенствования техники рывка также используются плинты, когда спортсмен устанавливает снаряд на той высоте, которую он считает нужным. В данном случае эта штанга находится на уровне коленных суставов. Спортсмен исполняет рывок в полуподсед. Рывок в полуподсед от уровня коленей способствует развитию взрывной силы. Это же упражнение можно выполнять с плинтов только в виде тяги, когда спортсмен выполняет рывок, а подсед не делает. Выполнение тяги рывковой и тяги толчковой по координационной структуре не очень похоже. Следующим упражнением, которое используется для совершенствования техники рывка и развития специальных физических качеств, является выполнение тяги с подставки. Здесь очень важно, чтобы спортсмен и тренер правильно определили величину отягощения, так как значительный вес может не позволить спортсмену правильно выполнить это движение. Очень распространено совершенствование техники рывка всей группой, когда все спортсмены выполняют рывок. Это в значительной степени повышает качество тренировочного процесса. Как уже отмечалось ранее, толчок состоит из двух движений. Подъем штанги на грудь и толчок ее от груди. Качество выполнения подъема штанги на грудь во многом определяет и возможность спортсмена правильно выполнить толчок штанги от груди. Требования к выполнению рывка и подъема штанги на грудь одни и те же. Это наличие жесткости связи с опорой, рациональная последовательность включения крупных мышц в работу по схеме ноги-ноги, спина и ударное взаимодействие с опорой. Но здесь, так как и в рывке, спортсмен должен иметь прогнутую поясницу, прямые натянутые руки и, поднимая снаряд, ударное взаимодействие с опорой. Граничной позой между первой и второй фазой является момент отделения штанги от опоры. И вот здесь хорошо показано, как у спортсмена натянутые руки, прогнутая поясница. До начала подрыва спортсмен оставался на полной стопе. И далее, оттолкнувшись от опоры, взаимодействие со снарядом выполняет подсед. Качество выполнения тяги и подрыва во многом определяет и успех при подъеме штанги из подседа. При подъеме штанги на грудь в толчке хват значительно уже, чем в рывке, поясница больше прогнутая и вообще поза больше открытая. Одним из основных упражнений, которые используются при совершенствовании техники подъема штанги на грудь, является, собственно, подъем штанги на грудь. А также, как и в рывке, тяга, только тяга толчковая. Тяга толчковая выполняться должна в той же координации, как и толчок классический. Тяга толчковая и тяга рывковая исполняются по той же схеме, соблюдая те требования, которые предъявляются к классическим движениям. Следует отметить, что правильность исполнения тяги толчковой во многом определит прогресс в этом упражнении. Так как если спортсмен тягу выполняет неверно, то прирост результата у него будет значительно меньше. Спортсмен должен ставить задачу, выполняя тягу,
совершать движение точно так, как и толчок классический, взятие на грудь. То есть движение полной амплитуды, ударное взаимодействие с опорой, активные работы трапециевидными мышцами и мышцами рук. Одним из упражнений, которые способствуют приросту результата в рывке и в толчке, являются наклоны. Наклоны исполняются по-разному. Есть вот темповые наклоны с прыжком, есть наклоны силовые, когда спортсмен просто наклоняется вперед, кибая ноги в коленных суставах. На этом примере очень хорошо видно, насколько верное и правильно организовано движение у данного спортсмена. Правильно выполненный подъем штанги на грудь и позволяет спортсмену успешно выполнять толчок штанги от груди. К толчку штанги от груди предъявляются те же требования техники, что и в других движениях. Это наличие жесткости связи с опорой и ударное взаимодействие с опорой, а также последовательное включение основных групп мышц в работу. При толчке штанги от груди очень важна правильная постановка ног на опору. Они обычно останавливаются на ширине плеч, стопы параллельно или же несколько разведены в стороны. При толчке штанги от груди правильное, строго по вертикали перемещение всей системы атлет штанга вниз. В данном случае спортсмен демонстрирует неправильное исполнение. Здесь особо вот наглядно видно, как спортсмен перемещается вперед и проваливает колени вперед. Вот последние два исполнения были правильные. Для того, чтобы штанга не перемещалась вперед, необходимо поднимать локти. Выше мы говорили о правильности выполнения под штангу в толчке штанги от груди. Это необходимо, чтобы впереди стоящей ноги в коленном суставе угол был тупой, опора на обе ноги и пятка приподнятая. Вот здесь наглядно видно, как атлет неправильно поставил впереди стоящую ногу и переместил центр тяжести вперед. Наклонил туловище вперед. Сейчас тренер вносит коррекцию движения. Для того, чтобы четко себе представить, как находятся стопы ног на помосте, специально тренер мелом обводит, наносит их проекцию на помост. Вот здесь будет видно, что у данного спортсмена впереди стоящая нога располагается несколько ближе к проекции грифа, чем сзади стоящие. Это неправильно. Ноги должны располагаться симметрично, относительно линии, проведенной как проекция грифа на опору. Вот неправильное выполнение вставания со штангой из-под седа. Спортсмен сделал шаг вперед. Необходимо подниматься за счет выпрямления впереди стоящей ноги. Очень важно быстрое переключение от сгибания на разгибание в коленных суставах. Этого можно добиваться за счет различных упражнений. Одно из этих упражнений вот сейчас будет продемонстрировано. Спортсмен будет опускать штангу на грудь и из ножниц выталкивать ее вверх. Вот обратите внимание, как идет переключение в коленном суставе от сгибания на разгибание. Одним из вспомогательных упражнений для совершенствования толчка штанги от груди в плане развития силы мышц рук и верхнего плечевого пояса является швунг жимовой.
Швунг зимовой может исполняться с груди и из-за головы. В данном случае исполнение производится из-за головы. Для укрепления мышц плечевого пояса и рук используется также упражнение, которое называется жим лежа. Оно исполняется различным хватом, широким узким. В данном случае хват средний. Упражнения, которые способствуют развитию специальных физических качеств и повышают результат во всех упражнениях, является приседание. Приседание следует выполнять в том ритме, как производится вставание из-под седа и выполняется тяга. Поясница должна быть прогнута, колени разведены, грудь приподнятая. Нельзя останавливаться в подседе, сразу нужно из-под седа подниматься. Другим упражнением, которое имеет целевое назначение, это развитие силы ног для более успешного вставания из-под седа при подъеме штанги на грудь, является приседание со штангой на груди. Оно тоже должно выполняться вот в таком ритме, как приводится здесь у нас в фильме. Целесообразно в одной тренировке, чтобы все спортсмены совершенствовали одно и то же упражнение. Вы же отмечали, что подъем штанги, по сути, есть прыжок. И техника исполнения прыжков, которые используют тяжелоатлеты, должна повторять координации, которые характерны для подъема штанги. И требования те же самые соблюдать. То есть спортсмен должен мгновенно переключаться от сгибания на разгибание в коленных суставах. В системе тренировочных занятий используются различные прыжки. Это прыжки в глубину с разной высоты, это вот многоскоки, а также прыжки на специальном устройстве, выполняя рывок или толчок в полной координации. Спортсмен, находясь между двумя плентами, выполняя рывок, на них запрыгивает. Очень распространенным упражнением, которое используют тяжелоатлеты в настоящее время, это спрыгивание в глубину с последующим выпрыгиванием вверх. Здесь очень важна техника. Спортсмен должен прыгать с такой высоты, которая позволяет ему не задерживаться при приземлении, а сразу выпрыгивать вверх. Следует обратить внимание, что прыжковая подготовка не является средством общей физической подготовки. Она должна органически входить во весь тренировочный процесс, и ее нужно также планировать, как и тяги, приседания и другие упражнения. Толкание ядра, как ранее говорилось, предъявляет спортсмену те же требования, как и при выполнении упражнений со штангой. Поэтому надо стремиться, чтобы толчок выполнялся технически верно. Следующим упражнением, которое способствует развитию взрывной силы мышц и совершенствует переключение от сгибания на разгибание в коленных суставах, является метание ядра. При выполнении метания ядра совершаются такие же ошибки, как и при выполнение упражнений со штангой – это работа за счет разгибания туловища, а не ударных взаимодействий ног с опорой. Поэтому тренер правит спортсмена. Данный спортсмен выполняет метание не совсем верно. Предлагаемая методика обучения разработана аспирантом кафедры тяжелой атлетики КАЛИФ Евгением Николаевичем Денисовичем под нашим руководством. Впервые предлагается начинать обучение с формирования обучаемых механизмов, заложенных в организации подрыва в рывке, подъеме штанги на грудь и собственном толчке при подъеме штанги от груди. Она подразумевает использование специального устройства тренажерного. Впервые предлагается начинать обучение с формирования обучаемых механизмов, заложенных в организации подрыва, то есть прыжку. Сначала спортсмены обучаются граничным позам, которых 5. Каждая поза должна быть усвоена спортсменом до автоматизма. А также демонстрируется тренажерное устройство, которое позволяет выполнить движение в прыжковой координации.
педагог сформировал представление о том, чему они будут обучаться. Сейчас они обучаются уже переходу из первой позы во вторую. Переход из первой позы во вторую. Далее они обучаются переходу из первой позы во вторую с прыжком. Необходимо выполнять каждую из подсистем до полного автоматизма и не приступать к обучению к следующей подсистеме, пока спортсмены не усвоят предыдущую. Сейчас они принимают третью позу и из третьей позы прыжком переходят во вторую позу. Это обучение третьей подсистеме. Повторное исполнение перехода из третьей позы во вторую с помощью прыжка. Далее спортсмены принимают четвертую позу, когда гриф штанги находится ниже коленей. Гриф штанги находится ниже коленей, порядка 80 сантиметров. И, пройдя через третью позу, они прыжком приходят во вторую позу. Из четвертой в третью и прыжком во вторую. А далее выполняется рывок в полной координации. То есть спортсмены принимают пятую позу, когда штанга как бы стоит на помосте. И, пройдя через третью позу, прыжком выполняют рывок. Обязательным требованием является медленное прохождение до третьей позы. Сейчас спортсмены выполняют рывок с помоста в полной координации. Пятая поза, прыжок, вторая поза. Следующим упражнением, которому обучаются спортсмены, является подъем штанги на грудь. Здесь также демонстрируются позы, которым спортсмен будет обучаться. Это вот третья поза, четвертая поза, когда гриф штанги находится на 10 сантиметров ниже коленей. И пятая поза, когда штанга на помосте. Обучение начинается подъему штанги на грудь с демонстрации положения штанги на груди и подседа. Далее демонстрируется третья поза, когда педагог находится на втором уровне тренажерного устройства. Далее четвертая поза, когда штанга находится 10 сантиметров ниже коленных суставов. И пятая поза, когда штанга находится как бы на помосте. Это вот те позы, которым спортсмен будет обучаться. А сейчас повторяется позы и выполняется связка. Из исходного положения штанга ниже у коленей, ниже коленей и на помосте выполняется подъем штанги на грудь. Педагог обучает спортсменов положению штанги на груди и подседу. Идет обучение последовательно третьей позе. Спортсмены находятся на втором уровне тренажерного устройства. Теперь обучается четвертой позе. Теперь идет обучение подъема штанги на грудь с уровня коленных суставов. С прыжком со второго уровня на третий. Тренажерное устройство таким образом сконструировано, что спортсмен не может выполнить упражнение, не совершив прыжок. То есть создаются такие условия, при которых неправильное исполнение исключено. Вот теперь спортсмены будут исполнять из четвертой позы в подсед. Далее идет обучение пятой позе и связка, переход в подсед, выполняя прыжок.
третья поза, четвертая, пятая, третья, прыжок, подсед. Далее идет обучение технике выполнения толчка штанги от груди. Показываются ограниченные позы. Методика обучения технике толчка штанги от груди базируется на представлении о том, что толчок штанги от груди – суть прыжок. Демонстрируются ограниченные позы, которым спортсмены будут обучаться. Первая поза. Вторая поза. Третья поза. Четвертая поза. И пятая поза, когда штанга на груди. Спортсмены выполняют упражнения на тренажерном устройстве. Вот постановка ног при выполнении, последовательном исполнении поз. Это третья поза, когда штанга на груди. Четвертая поза, когда ноги несколько совмещены. И пятая поза, когда штанга на груди. Вторая поза. Из первой во вторую позу переход. Идет обучение перехода из первой во вторую позу. Спортсмены подняли штангу на выпрямленные руки, поставили ноги, приняли первую позу и выполняет вторую позу. Первая поза и вторая поза. Выполняется прыжок в положении из первой позы. Спортсмены выполняют прыжок из положения с первой позы. Как и в рывке, нужно доводить исполнение до автоматизма. Спортсмены принимают третью позу и из третьей позы переходят в первую, в подсед. Третья поза, прыжком переход в первую позу. И далее спортсмены выполняют толчок в полной координации. Исходное положение, толчок и фиксация штанги на прямых руках. Таким образом, новая методика дает возможность предупредить большинство ошибок, допускаемых при использовании традиционных схем и методов обучения. Предлагаемые рекомендации резко повышают качество и сокращают сроки освоения техники, позволяют добиться автоматизма в исполнении соревновательных упражнений. Эта методика открывает большие возможности многим спортсменам. Она создает необходимые условия для успешного участия в соревнованиях и достижения высоких результатов.